Поест, поест, вздохнет и снова ест. А как пост настал, ну тут купчиха постничать стала. Утром глаза открыла, чай пить захотела. А чай-то нельзя, потому пост. В посту не ели ни мясного, ни молочного. А кто строго постил, тот и рыбного не ел. А купчиха постилась изо всех сил. Она и чая-то не пила, и сахара-то ни полного, ни белитого не ела. Ела же сахар особенный, постный, вроде конфет. Так благочестивая кипяточку с медом выпила. 5 чашек. Да с постным сахаром 5. Да с малиновым соком 5 чашек. Да с вишневым 5. Да не подумай, что с тобой.